Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, всем доброе утро, я только проснулся, и сегодня, пацаны, будет интересный видосик, в котором мы будем следить за игроками. Наказывать мы, конечно же, их не будем, но просто будет интересно посмотреть за игроками и своей семьи. Видосик обещает быть интересным. Возможно, с кого-то поприкалываемся, возможно, еще что-то сделаем. То есть, я постараюсь сделать максимально интересный видосик, поэтому, возьмите там, поставьте лайк, не забудьте подписаться на канал, также не забывайте вводить промокод, пишите MM, 7 пункт промокод, указать друга ютубера и вводите вот такой вот промокодик Кирилл Гейм Капсом, за который получите 150 тысяч или 450 тысяч, я уже честно не помню. То есть промокод реально очень классный, поэтому вводите промокод, получайте деньги, его можно вводить на любом сервере, поэтому я вам реально рекомендую просто вводить мой промокод. Я вам буду очень сильно благодарен. Ну что ж, пацаны, как бы время у нас 10 утра, я проснулся 15 минут назад, и я думаю, блять, надо записать такой видос, пацаны, надо, потому что пора, просто пора. У меня как бы есть ютубер, как кто не знал, и я могу следить за игроками, но наказывать я их не могу. Я могу там заморозить, тпхнуть там, тпхнуться к игроку, то есть наказывать я не могу. Ютуберка это почти как админка, но наказывать игроков я не могу. То есть я могу использовать ютуберку, если, допустим, меня там дэмят, я могу заморозить игрока. Мне это разрешено сделать. Последить зато за игроками мы легко сможем, как бы у меня есть команда, поэтому я предлагаю посидеть за игроками из моей фомы. Посмотрим, чем они у нас, в принципе, занимаются, как бы. Вот здесь много людей, как бы 21 человек сейчас в семье в онлайне. То есть, в АФК мало кто есть, то есть, все играют. И мне интересно посмотреть, чем же они занимаются утром. И, может быть, кто-то нарушает, пацаны, может быть, кто-то машины ломает, бросает. То есть, это будет реально интересно посмотреть. Поэтому, с вас лайк, подписка, просто погнали сидеть за игроками. Коля у нас на ВЧ, да? Колянчик у нас на ВЧ тусуется, смотрите на него. На ВЧ патроны воруют. Колянчик, красава, просто молодец. Молодец просто. Вот это Колян красавчик, согласитесь, просто берет и просто ворует патроны. Я считаю, это круто. То, что пацанчик ходит на ВЧ, я уже сам давно на ВЧ не был, пацаны. Надо будет либо стрим запустить, либо с Фомой сходить, потому что я вчера предлагал сходить на ВЧ, и никто как бы не ответил. И я как бы, ну, и не пошел, в принципе. Ой-ой-ой, Колянчик, беги! Колянчик, беги! Ты что, дядя? Все, Колянчика нема. Колянчик офнулся, прикиньте. Ну, пацаны, перезашел Коля, который офнулся на ВЧ. Давайте посмотрим. Смотрите, на велике пиздует. Ай, дядя, что ты делаешь просто? С диглом, смотрите. Да, о, давайте за ним посидим. Он какой-то ёбнутый. Ну, в хорошем смысле. Как бы я хочу за ним посидеть. Типа, а что он делает вообще? А за ним, походу... За ним, посмотрите. За ним мусора гонятся. А он на велосипеде. Ебать, ебать, я такой первый раз вижу, пацаны. Смотрите просто. С окна сейчас будет стрелять, да? Да, с окна стреляет по колесам. А что? Ебать, а что он сделает велику? Он по велику стреляет, но он же велику ничего не сделает, пацаны. Ха-ха! Ебать, я хуею просто! Без баяна. Смотрите, это пиздец. Куда он? Он в это заходит, в особняк. В особняк зашел, смотрите. Они зайти в особняк не смогут, потому что я купил улучшение, пропуск. То есть, кто состоит в семье, тот может зайти в особняк. А кто не состоит в семье, он не зайдет. Ему будет писать недоступа, и все. То есть, он может не переживать. Ебать, на велике просто уебенил, блядь. Смотрите, ебать, карате пацан. Не, вот этот Колянчик вообще настроение поднял, пацаны. Колянчик просто настроение поднял жестко, я считаю. Прям молодец просто, ну молодец. Махет просто, махет пацан, блядь. Нихуя себе, ему админ пишет, смотрите, косматы пишет, администратор. То, что он забежал в интерьер. Так, его могут как бы наказать. То это за клавиш, за калаш. Смотрите, у нас какой-то калаш еще, блядь, в этом крутится. Его, похоже, сейчас Деморган посадит. Так, он по педалям дает, смотрите. БХ, ебать, БХ. Давай, Колян, живи! Колян, давай! Давай, Колянчик, живи! Давай, родной, родной, давай, на одну тыкву остался, давай. Я в тебя верю, брат, я в тебя верю. Колян, давай, хотя бы, ой, молодец, ебать, давай.
Это Тащер, захилься, ебать. Пизда, их трое, ебать. Ебать, Колян, ну ебаный в рот, я в тебя верил. Колянчик, пиздец, жалко, ебать. Одного успел положить, не, ну молодец, молодец. Мужик, блядь, мужик, сука. Давай, ебани его ногой, ебать. Топни, ебать, один разочек. Ладно, пацаны, я если же шучу, как бы, ну, это дело такое, как бы, ну. Мусора есть мусора, извиняюсь, если что. Как бы интересно было, чем все закончится. И в итоге Коляна повязали. Был пацана, нет пацана, так сказать. Поэтому жалко. Конечно. Ну, Колянчик просто видос сделал, пацаны, прям пушечку. Я считаю, вот, Колянчик прям молодец, просто молодец, Коля. Коля молодец, пацаны, хэштег Коля молодец. Не, ну он бы мог бы вывести, если бы хотя бы их двое было, потому что, ну, трое, это уже все, ебать, это пизда. Ебать, что за хуйня, смотрите. Его кто-то развязал. Ебать, я не успел записать. Короче, там какой-то Амир стоял воеводин, он, походу, офнулся, наручники спали, и он по съебам дал. Ебать, я хуею просто, пацаны. Такая Санта-Барбара, это пизда просто. Коля, блядь, ты ебанутый просто. Все, пацаны, с Колей, ебать, история нахуй закончилась. Колю все вот так вот, ебать. Иди сюда и все, короче. На этом все закончилось, поэтому с Колянчиком мы прощаемся уже точно. Удачи ему, в принципе, выйти. Но он реально красава, боролся до последнего. Если ему этот видос зайдет, то мы посадим еще за лидерами. Либо просто за другими игроками, посмотрим, чем они занимаются. То есть все зависит от вашей активности. Если здесь будет хотя бы 200 лайков за сутки. Вот реально за сутки, 24 часа, пацаны. Если будет 200 лайков, то я запишу еще подобное видео, где мы будем следить за игроками. Я буду это все комментировать, как бы. Но я считаю, такой контент, в принципе, интересный. Ага, это у нас свои. Военный, да, получается, Максимка. Максимка у нас военный, и они здесь что-то дежурят, либо кого-то ловят, я не знаю. Я не знал, что у нас есть военные в Фоме. Теперь будем знать, кто контору палит. Ля ты крыса! Я, конечно же, шучу, как бы, ну, понятное дело, то, что есть пацаны, которые палят контору, типа, когда мы на ВЧ идем, но я думаю, не все такие люди, поэтому я думаю, он контору палить не будет. Может быть, он, наоборот, для выхода пошел в ВЧ, чтобы нам помогать там и так далее. То есть, в этом плане, в принципе, все хорошо. 4 контейнера стоит, и никто не открывает. Артемчик у нас, ебать, на Бугатти катается, на личной. Такой мажорчик, ебать, нихуя себе, ебать, на Бугатти. У меня даже Бугатти нету, ебаный в рот. Кстати, пацаны, я вернул свою машинку. ГТРчик, как бы, ну, все дела, поэтому я просто очень доволен. Правда, теперь у меня нету никаких фулбатов, то есть, ну, я фулбаты поменял на ГТР обратно. Все, у меня нету номеров, у меня вот все машины номера вот здесь, короче. Поэтому как-то так. Это так чисто для вас, для информации небольшой. Короче, Артемка у нас катается в порту, ждет, возможно, тут контейнеры будут открывать. Короче, просто катается. Просто пацан отдыхает, просто чилит, понимаете, на Бугатти. Нихуя себе, ебать, на Бугатти катается пацан. Сейчас эти Бугатти очень в цене упали. Вот вчера пацан из контейнера выбил Бугатти, понимаете. И в итоге он, получается, ее стоковую продал за 22 миллиона, пацаны. За 22 ляма. То есть они сейчас очень упали в цене. С аудио продают за 70 лямов, я видел, Бугатти. То есть сейчас цены очень сильно упали. Магнумы дешево продают по 18 лямов. Но сейчас цены пиздец на 0.1. Я не знаю, что произошло. Вот меня не было неделю, и цены просто кардинально поменялись. Я вам серьезно говорю, это реально просто пиздец. Ебать, они исполняют! Я хуею, пацаны, ебать! Нихуя себе, ебать, исполнители, я хуею, смотрите просто на этих дрифтеров, блядь, я хуею, я в ахуе просто, пацаны. Вот реально, я вот смотрю на своих пацанов с Фомы, ну, есть такие, то, что просто стоят, ну, есть такие, знаете, блядь, суетологи просто, блядь, там мусора, ебать, на велике, потом по полю боком просто, ну, реально красавчики просто, ну, мне приятно то, что у меня есть такие люди, пока что я никакого долбоеба у себя не видел в семье, мне очень приятно это осознавать, ну, пацаны, короче, просто ездят, исполняют, ебать, на Toyota Crown, получается, ну, реально, пацаны кайфуют, просто кайфуют, ебать. Да, возможно, тачка не пиздец охуенная, но... Нихуя себе натурит, ебать. Алло, ебать, сколько она едет вообще? ДТП, ебаный в рот. Аккуратней надо ездить, пацаны, ты шо, ебать? Нихуя себе. Что-то я матюкаюсь до хера, да, пацаны, в видосе? Там на М6, пацаны, с аудио. Пацаны, ебать, Тойота, ебать. Тойота делает вещи, алло, дядя. Ты шо, успокой свои гормоны. Вот он, аппарат, ебать, моей мечты. Русланчик ебашит, ебать. Ты шо, дядя, ебать. Просто пацанчик ебашит. Молодец. А какой у него уровень? 68 ID, давайте посмотрим. 31 уровень, нихуя себе. Ну, может, у него скилл, в принципе, прокачан на шахте, поэтому он как бы здесь и работает, я так думаю. Я думаю, в здравом уме здесь работать никто не будет, разве что новички. Хотя, возможно, он просто выполняет ежедневное задание, потому что есть такие задания, то, что нужно заработать, допустим, 50 тысяч на шахте. Возможно, он просто выполняет задание.
А, он, походу, мусор убирает. Просто у меня мусор не видно, походу. Да, наверное. По идее, он мусор убирает, но мы его не видим. Но по идее, он там есть мусор, я думаю. Ну, как минимум, мусора есть сзади, ебать. Поэтому мусор по-любому в этом кадре присутствует. Ладно, я шучу, пацаны. Не обижайтесь. Не обижайтесь, кто состоит в полиции, пацаны. Кто там в ППС, ДПС, не обижайтесь. Ну, это шутки просто. Я понимаю, я сам был и в ППС, и в ДПС. То есть, ну, в этом ничего такого нету, но, блядь, прикол есть такой просто, и все. Ладно, пусть работает, пацан, идем дальше. Опа, Санек Курский. Салам алейкум. Так, здорово, 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 здорово. Если что, это мой подписчик, короче, с которым мы виделись в реальной жизни. У меня даже с ним есть фотка в Инстаграме. Я сейчас вам постараюсь показать эту фотку. У меня есть реально с ним фотка в Инстаграме. То есть, у меня есть подписчики, которые живут там в 30 километрах от меня. И они приезжали, по-моему, в 2019 году. Перед Новым годом мы с ними виделись, короче. У меня есть фотка в Инстаграме, пацаны. Поэтому сейчас я вам покажу. Ну, постараюсь вам показать. Вот, у меня есть фотка с подписчиками. Я не знаю, будет ли видно. Кому не видно, короче, зайдите в Инстаграм и просто посмотрите. Вот с этим пацаном, который сейчас у вас на экране, который сидит в лодке, я виделся в реальной жизни. Я вам просто зуб даю, потому что я не пизжу, как бы. Я реально себя виделся в реальной жизни. Владимир Курский, Санек Курский. Короче, Фома Курских, я с ними виделся в реальной жизни. Как бы у меня с ними есть фотка в Инстаграме. Вот здесь, получается, есть Владимир Курский, Санек Курский, а третьего я не помню, короче. Третьего я не помню, но мы с ними виделись, мы с ними, короче, хорошо пообщались. Мы с ними там пивка выпили немного. Короче, было прикольно, поэтому кому интересно, заходите в Инстаграм и можете посмотреть. Короче, Санек у нас тут рыбачит, ебать. Салам алейкум, так сказать ему. Приветик, если смотришь видосик, короче. 500 ебаш. 500 ебаш, давай, 500, блядь. Последние бабки сейчас проиграю, нахуй. Похуй, ему похуй, понимаешь, вообще. Похую просто, похую, блядь. Ладно, у меня настроение, пацаны, просто с утра охуенное. Я решил сразу видос записать, поэтому... Поэтому я по-любому вам поднял настроение, пацаны. По-любому поднял настроение. Так, вот, получается, это новый заместитель Фоме, пацаны. Запомните, если что. Он может вас принимать в семью. Руслан Путбуль, короче. Он купил ранг за 10 миллионов. Как бы раньше ранг стоил 5 миллионов, но я поднял цену, потому что, ну, чтобы меньше рикс был, короче, он купил ранг, получается, и поменял ник. То есть это теперь новый заместитель, можете к нему обращаться. Блять, пизда, ебаный в рот, блять. Камера улетела просто, я хуею, блядь. Что-то он вообще, ебать, мутит непонятную делюгу. Так, он пошел за другой машиной. Это чего, блядь? А зачем? Зачем он пошел за другой машиной, блядь? Ебать, какой-то он смешной, конечно. Дядя, ты что делаешь вообще? Открыл, закрыл, взял другую машину. Какая разница, какая машина? Я что-то вообще нихера не понял. Короче, он просто на машине исполняет и все. Просто катается. Я не знаю, в чем прикол, типа, но это жест. Ну, Александр, ты, конечно, шалунишка, я вижу такой еще, да? Серьезный просто, да? На красный, без мигалочки даже едет. На, просто втулился, блядь. Ебать, накатался, пацан, смотрите. На него, смотрите просто, блядь. Смотрите, это пиздец. Еще хуже сделал, блядь. Братан, ну что ты делаешь, ебаный в рот. Смотрите, просто еще хуже сделал, понимаете? Называется, пацан покатался просто, бля. Улетел просто сразу, все, в тотал, блядь. Короче, я посмотрел за всеми игроками, которые были сейчас в сети, получается. То есть я вам покажу самые интересные моменты, которые были, потому что показывать каждого, типа, ну это нету смысла в этом вообще. Я вам показал самые интересные моменты, показал самых интересных пацанов, которые были, как бы, в этом видосе, то есть чем они занимались там и так далее. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте лайки просто, подписывайтесь на канал. Если вы наберете на этом видео 200 лайков за сутки, я запишу еще подобное видео, где мы будем следить либо за лидерами, либо за админами, либо просто за игроками. Поэтому поставьте лайк, повторюсь, подпишитесь на канал. Всем пока-пока.